Всем привет, ребята! С вами Waffentracker. Сегодня мы будем обозревать одну игру, которая называется City Smash. Да. Эта игра называется потому, что это игра про то, чтобы можно уничтожать город разными способами. Как-то вышло здесь обновление, я очень давно не играл, и тут было вот режимы вот до этой бомбы, вот осьминога, этой годзиллы, магнита, вот этой штуки, бомбёшек, фейерверка, и этого ветра не было. И новые вот эти карты. Сначала вот это первая была, а потом вот все вот эти появились. Сегодня мы протестируем пока первую карту, а потом вторую, третью, ну и так далее. Давай, вот черная дыра. Это вот... Вот так вот она действует. Вот мы ее видим. Просто все здания уносит. Ну просто офигенно. И машины тоже уносит. Ну, им повезло больше. Побольше, конечно. Вот это вот. Тидану повезло. Так, мы возрождаем наш город. Да, тут могут здания по-другому ставиться. Вот, ракета. Ну, примерно... Вот так вот. Вот так вот. Примерно так. Ой, упала. О, сломала здание. Короче, сейчас мы тут весь город, походу, уничтожим. А вот ядерный взрыв, о, это на сладенькое. Но сладенькое уже наступило, так что пошла. Офигеть. Я когда увидела это, мы не до конца тут сломали. Давайте возродим. И мы уже вот посередине. Вот такой вот взрыв происходит, вот. Прям вот огненный гриб. Правда, он такой себе. Вон машины, вот там вот машины взрываются. А что-то их уже не вижу. А, вон одна едет, слева едут до сих пор. Взрываются там. Сейчас-то все стихнет. Ну вот. Давайте возрождаем. А, это лазер. Вот. Он прям вот здание все сносит к чертям собачьим. Просто сейчас пройдем с лазером, и ни хрена никто не останется. Все, я от города ничегошеньки не услышал. Все, ничего нет. Давайте. Гроза, она мощная очень. Смотрите, вот здание справа, большое самое. Вот. Вот здание. Ну и что, слева? Вот у меня это все. Самых высоких здесь не будет, так что давайте. Прощайте. Ты самый высокий, как нет. Вот у меня. Теперь вот, вот это самый высокий. Вот такие вот высокие. Вы пойдете на нафиг. И вы. Все. Ну, короче, как-то так. Летающая тарелка. Это прикольная штука. Она так прям офигенно взрывает. Все. Посередине нет. Ой, машину завалила. Сейчас вот это красное. Да, она остановилась. Она прям прорубливает. На, ну все. Взорвалась, а все взрываются. А вот эти вот, которые справа, это не спокойно проезжают. А, нет. Ну-ка, проезд спокойно. Да, проехал. Ну, как-то так. Вот. Землетрясение, это классная штука. Просто здание перекашивается и ломается. Сейчас мы дождемся. Вот так, вот это вот слева должно упасть здание. Что так держится? Упадает. На соплях держи! А, ну все, не спасти. Ну, до свидания. Самое последнее тут загремело. Ладно, понятно. Давайте до конца пролиста. А, нет. Смерч. Это тоже прикольная штука. Вот так это образуется. Сверху такой дым появляется. Просто уносит вверх эти здания, куски здания. Это вообще такая прикольная штука. Вообще, мне она тоже нравится, но она очень быстро пропадает. Хотя бы она была секунд 20. Ну вот, короче. Так, я попросил возродиться. Вот.
Так, теперь вулкан. Это тоже прикольненькая штучка. Уже видео 5 минут длится. Пау! 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 Они на самом деле такие прям огромные, они просто давят эти здания. Прям вот этот проехался по зданию сбоку. Ничего, они быстро летят, вот это, особенно за зданием. Ладно, понятно, там долетит через полчаса. Цунами. Это тоже прикольно. Ну, конечно, такая маленькая, и просто здание она сначала сносит, они как будто просто стоят и все, как мы. Ни на что не прикреплены. Коробки. Вот стопку коробок поставили и вот так же падают. Ну, как и эти здания. Сейчас мы увидим, что после этого останется. Да. Конечно, много коробок и мелких деталек. От Лего. От Лего города. Так, бомбёха. Вот тут вот расставим. Да. Война, так сказать. Предупреждение, что война начинается. Ох ты, метеорит. Это тоже прикольная штука. Вот так вот типа пролетел над... Вот так вот пролетит метеорит над Москва-Сити. Да, задел! Какому-то зданию, конечно, не повезло. Но сейчас мы просто вот так вот по-нормальному кинем. Во! Он иногда... Ой, сразу второй кинул. Но он иногда не срабатывает, конечно. Если что, эта игра называется City Smash. Я уже говорил. Кто-то может скачать через Google Play или App Store. Или, конечно, Xiaomi Redmi или еще какой-нибудь покруче телефон. Так, бомбеха. Ну... Примерно вот так вот. Типа секундомерная бомба. Сейчас давайте всем домам верхушки подорвем. Вот этому. Что-то этот самый низкий. Тут некоторые машины почему-то ростом с 3 этажа. Ну, вернее, это из-за зданий таких. Такие мелкие. Реально, ростом с 4 даже этажа. Это настолько миниатюрные здания. Конечно, выше человека. Но они выше только на... Они как будто на 3 этажа всего. Так. Мы сразу на... Ну, на 3. Во. На 3 ты сразу зачем? Во. Чё? Вот, всем верхушки. Ну, прям так красиво. Вообще. Ну, ребята, следующая серия по другой карте уже выйдет завтра. Вот это уже Токио, потом мост и город с мостом. Так, а теперь давайте осьминога. Так, осьминог. Ну-ка. Оба! Наклоняется, сейчас упадет! А, нет, сейчас за нее все сделают. Ну, полгорода уже нет. Ну, нет, никогда не. Все. Понятно. Оба, Годзилла. Это вообще прикольная тема. На. Топает. На. 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 Все, так ведь... Она прям так сносит и это... Головы тупают. Сначала остаются, а потом падают. Сначала типа это голову срубливаю, сначала все на месте, а потом падает. Так и это, с этим. Так. Что у нас дальше? Магнит. Ну, примерно он вот так работает. Просто притягивает что-то. Так вот за ним ходим, разбрасываем. Верхушки с домов снимаем. Ну, короче, понятно. Так, о, телепорт. Вот тут отставим. Я говорю, вот тут вот ставим. И машины телепортятся. Оба. Прям на дом. Ну-ка. Воу, это капец тут. Вот, вот так вот сверху присылают. И машины, и все, летит. О, машина. Что, больше не полетят машины?
Наверное, нет. Ой, как быстро. Сейчас ускоряться будет. Ускоряется. Ну, прикольная, короче, тема. Так, теперь у нас фейерверк. А, нет, это у нас бомбочка. Смотрите, как она сейчас разорвется. Оба! У нас сразу несколько. Что такая огромная бомба? Она прям ростом с колесо машины. Нормально поехала дальше машина. Так, 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 так. Что у нас дальше? Фейерверк. Самый мощный фейерверк в мире. Тупо с Новым годом. Новый год в Москве. Вот так вот он приходит. Так и сразу. И все, Москва. Вот так вот способ. Купите самый мощный этот салют и все. И, ну, вот это, если дали нет, то прикольнее будет. Ну, просто салют такой. Какой салют? С Новым годом! Так, понятно, короче. Последний у нас ветер. Огромный, прям вот такой сильный. Здания наклоняются и падают. Некоторые, наверное, конечно... Нет, все падают. Нет, некоторые стояли. Ну, маленькие стоят. Какие-то большие, вот эти два больших устояли. Хотя, вот смотрите, вот эта штука, тут можно погоду менять. Вот снег, вот дождь обычная. Вот, сзади лес, город или горы. Давайте лес оставим. Звука, без звука. Короче, все такое. Давайте пробежимся по этим картам. Вот такая, летающие машины. Это как, типа, современный, это, будущий Токио. С мост вот такой вот. Вот так вот хочется прям тросы сорвать, и как вот эти все мосты упадут. Кстати, вот я не помню, что тут бензовоз был, его, наверное, здесь не было. Да. И вот этот, тоже город, только с мостом. Что-то тут облачно прям, ну, это надо город поставить. Ну, примерно так. Давайте вот, просто ради прикола, просто для, по, про это, трейлера, просто мост подорвем, все. Теперь они сейчас будут просто все падать. Знаете, такие прокатываются, как на горке. Все падают. О, ну, нет, это уже все без спойлеров. Ну, что ж, ребята, на этом видео подошло к концу. Ставьте лайки. Давайте наберем 5 лайков. Подписывайтесь на канал. С вами был Waffen Tracker. Всем пока-пока.